Всем привет, с вами Квина, и сегодня мы смотрим продолжение замечательной истории. Посмотрим, что же было дальше с нашей главной героиней, что же с ней произошло. В прошлый раз все было не сильно хорошо, скажем прямо. Обвинение в том, что она ведьма, в общем-то. Трудно в это поверить, конечно, что дети ни с того ни с сего на нее набросятся и начнут вот так вот, я не знаю, может, это алкоголь сделал свое дело или травка. Так, меня просили сменить режим, ну, туалет сложно поставить, но я не могу, потому что нет у меня такой возможности, я пробовала. Нету такой настройки. Такая еще маленькая. Он заменит доктора Мэтьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он мне понравился. Иди, он тебя ждет. Ну, давай, доктор, скорей. Я тут посижу. Бедный ребенок, конечно. Можно сказать, что в виде будущего мы понимаем, привет, что Джоди. Она справилась. Меня зовут Нейтан. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если ты не против, конечно. Нравится? Можешь взять его себе. Спасибо. В карман не положишь, конечно. Оттопыриваться будет. Садись, Джоди. Что же нам этот новый дядя скажет? Моя работа – исследовать странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Это было в самом начале, получается. Джоди, и давно с тобой этот друг? С рождения? Как он будто призрак? Я знаю. Или, может, дух кого-то умершего? Куда она знает вообще? Можешь его нарисовать? Давай, нарисуем. Интересно. Интересно, мы сейчас рисовать будем? Жалко, сменить режим игры не получилось. Ну да ладно. Так мне тоже нравится. Можно мне посмотреть? Как-то не конкретно совсем. Это было, да, вроде? Значит, это и есть твой друг, и между вами что-то вроде нити. Он сейчас здесь? Просишь его показаться?
Ну, может быть, в другой раз. Когда получше узнаем друг друга, да? Что же это такое? Это он тебя так? Думаю, нет. Что нет. Это чудище. Боже, какие чудища? Кто же чудище? Какие еще чудища? Боже, столько лет перескачем сейчас. Я же не думаю, что в ЦРУ уберут детей, правильно? Хотя, может, надо было показать, но с другой стороны, мы его еще не знаем, этого дядю. Правда? Да, уже взрослая. Агент, с которым она вначале ходила на прием. Вот здесь ты будешь спать следующие 3 года. Тренировка в 5 утра. Не проспи. 3 года, дофига времени. Ну, с другой стороны, не в доме же для сумасшедших, да? Тоже неплохо. Можем быстрее бежать. Так, а тут как? XXXXXX, быстрее. Ай-яй-яй-яй-яй, ну я как всегда. Приготовьтесь, начали. Здесь, наверное, вниз. Да. Полностью все испытания. Так, прыгаем. Идем вперед. Ухватилась! Раскачалась и перехватилась! Давай! Тут я все угадывать буду. Подтянулась. И что, побежали вперед? Обязательно было подтягиваться, интересно. Какой прыжок быстрее! Красивый. Сколько мне тебя ждать? Смотрит он, понимаете. Окей. Ну, блин, это же прикольно так делать. Угадывать движение. Так, какой? Этой. Правой. Правым джойстиком. А, теперь... А, или что? Что надо сделать? А, оттолкнуть. Присядь. Дальше. Ну, неплохо, да-да-да. Приготовились. Давай. Ап, ляп. Сюда. Присели. Да, блин. Движется к левому, вот, видите, вправо. Как это понять? Вниз. Вправо. Еще разок. Офигенно. Вот в играх никто такого не реализовывал. Ладно, пусть я буду попадать, не попадать. Я понял. Подождаться. Ну, как это в дымке, у меня лучше получалось. Опять не в ту сторону. Еще разок. Блин. Я тебе поспешила. Да, молодец, я кинули, молодец, Джоди, хорошо тренируется, физи, лицо сосредоточенное. Прячься. Ой, блин, я видела, как люди это проходили. Это, мне кажется, очень плохо будет. Так, ладно. Что нам нужно делать? Используйте укрытие. R1.
Вылезаю! Переместь, наклониться, переместиться к укрытию. Прикольно сделали обучение. Так, X. Назад! Вернись в укрытие! Давай! Вылезай уже! Какое укрытие? Назад! Вернись в укрытие! Сколько можно в укрытиях подсмотреть? А, прикольно. Так, побежали. Ну, это укрытие. Назад! Вернись в укрытие! Нет, да, не пойдет. Все по новой. Бегом, бегом, бегом! Давай, вылезай уже! Назад! Сосредоточено. Вернись в укрытие! Все. Прилипло. Бям! Бям! Давай! Выглянуть, побежали. Угу, я поняла. Выглянули, потом побежали. Подсмотреть. Где там? Есть укрытие? Да, и он сказал да. То тут получилось. Это формулы решаем, уравнения. Это типа учеба и такая есть. Не просто бегать, прыгать вверх. Блестяще, Джон. Спасибо. Нажимать стрелочки было очень сложно. Давай, но я справилась. Убери эти бочки. Так вот. И Эйдена тренируют. И Эйден у нас агент ЦРУ будет. Это все? Мы все убрали? Все они убрали сразу. Хорошо. Продолжаем. Еще раз. Ох. Ох, ох. Офигенная система. Гениально придумали. Вниз, да? Нет. Не угадала. Вниз. А так. Получите и распишитесь. Надо не пропустить удары. Давай, давай, давай. Ой, 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 какая ты хулиганка. Одобрил, надобрил. Жалим. Так, вниз. А, надо бежать, пока замедляется, да? Чтобы не отклячивай. Так, вы не слышали, что я это сказала. Надо ждать, пока замедляется. Так, и на этой надо сейчас подниматься. Привет, боец! Ты же не на прогулку вышла! Слушай, ЦРУ повезло, что она... что она L1. Да, блин. Я же L1 нажала, да? Не обзывайся, я агент ЦРУ начинающий.
Я до сих пор жду кнопочки. Давай, давай, это с сексом мне всегда сложно. Но на этот раз у нас все получилось. Ай, R2. Ага, и L2. Боже мой, это будет шпагат. Офигеть, девочка. Я думаю, что им повезло, что она в хорошей физической форме. Что не какая-нибудь бабка там. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, бедненькая девочка. Так, что там? Крайние две сферы. Что делаю? Разобралась немножко. Слушай, еще исцеляет, как это удобно, офигеть. Я думаю, все бы хотели такого Эйдена. Вы бы хотели, напишите в комментариях. Ах, тяжело, тяжело, блин, мне тоже надо сегодня такое сделать. Как будет видео рендериться. О боже мой, их целых два, ребята. Это слишком серьезно. Уходи, уходи, Джонни, они сильно странно, страшно. Офигеть. Девчонка выросла, я вам скажу. Да, ну молодчинка. Давай, 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 давай. С этой кнопкой мне всегда тяжело, давай. Неплохо. А ему неплохо. Девочка вся вспотела с двумя мужиками драться, ему неплохо. Лучше похвалить. Кать, молодчина, ты просто образец ЦРУшника, ЦРУшницы. А тут, ну хотя, что хорошего, мы узнаем, как ЦРУ тренируется по версии игры Quantic Dream. Французская студия, да, французская же. О, теперь у нас тут все по-взрослому. Нет, я уже не хочу. Угу. Надо флажок у него похитить. Да? Отвлекайте солдат с помощью Эйдена. Пошел к ним. Так. Так, оглушите противника. Чем квадрат? Квадрат, квадрат. Вот. Офигеть, у него специальная программа тренировки. Квадрат, 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 квадрат. Кто там ушел, тот чувак? Не-не-не, покажи мне вот этого. Он меня не видит? Офигеть, сейчас он меня найдет. Зря я тут стала. Где он там?
Джоди! Не подставляйся! А ну-ка, заново! Вот так, надо же было его оглушить тогда, когда он мимо проходил. Так и знала, что я с первого раза так себе. Ну, ничего. Тяжело в учении, а легко в бою, правда? Бэм! Ну-ка, иди посмотри, что там. Ну, этим мы вроде неплохо справляемся, да? Бэм! Так, побежали. Прижались. Так, что там? Мы можем там как-то отвлечь? Да, сюда. Так. Прилипла. Осмотрелась. Вот он там. Выглядывай. Нет, спрятаться, подбежать. Давай. Отлично. Здесь больше никого не планируется. Ай, не, спрячься. Давай, выглянули. Ай-яй-яй. Этот ушел. А этот оборачивается. Так, видимо, придется Эйдена вызывать на подмогу. Так, что тут есть интересного? Флажок. Здесь бочка. Нет? Так, их тут двое же было, да? А, еще один стоит, он смотрит сверху. Незаметно. Окей, нас никто не увидел. Нет. Что-то я нажала X. Вроде, блин. Ты что, собралась проторчать тут всю ночь? Еще раз, давай! Так, я уже знаю, как я назову эту серию. Вы не знаете. Так, сейчас мы его тут оглушим. Блин, ну куда же? Куда же, блин? Ага, можно выйти Эйденом и в ту бочку пойти. Подставляйся! А ну-ка, заново! Там был квадратик в прошлый раз. Так, ладно, идем вызываем Эйдена, отвлекаем чудака сразу, без особых развлечений. Все, теперь он тут будет караулить, а мы подойдем ему по голове.
Потом мы со следующими также сделаем. Я так надеюсь. Так. Так, ладно. Окей, Эйден. Летим сюда, смотрим. Здесь тренер стоит. Так, тут один ходит. Где второй? А, вот он пошел. Так. Здесь есть чем отвлечь? А, вот бан, вот бета коробка. Тьфу. Листяная штукенция. Так, вот он пошел туда. Сейчас мы побежим. Так. Выглядываем. Блин. Блин, квадрат, квадрат. Бедные. Надеюсь, на самом деле не пришлось их убивать. А, тут на крыше какой-то чувак стоит. Эйден, как его отвлечь вообще? Так, так, все отвернулись, все увлеклись коробками, железяками. А этот отвлекся? Тут и последнего. Неплохо, Джоди, но в реальном бою ты была бы мертва. После всего. Нет, в реальном бою ты бы не успел даже пасть раскрыть, Райан. Что ж, неплохо, агент Холмс. Ты прошла. Мои поздравления. Дядя Майден его захватил, что он белый. Спасибо, глаз. Да, Джоди. Добро пожаловать. Эй, у тебя молодец, получилось. Джоди. Вот поздравляю. Умница. Такая у нас эта маленькая серия. Отлично, я идеальный солдат, да. Сколько я там бегала.